Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас рубрика «Домино пицца. Новинки снеки». Как вы поняли, задавали, сегодня у нас будет на обзоре пицца ролл с беконом и халапеньо. Я, значит, взял 8 штучек, стоят они 219 рублей, в общем-то недорого. Вот. Для любителей поострее пицца ролл с кусочком бекона, приправленная жгучим халапеньо. Порция 8 штук 170 грамм, на 100 грамм продуктов 238 килокалорий, 11 грамма белков, 8 грамм жиров, 32 грамма углеводика. Вот. Ну что, давайте посмотрим, что же такие снеки. Вот так они выглядят. Выглядит, конечно, твердовато, но посмотрим. Давайте попробуем. Ну, кстати, еще тепленькие. Хорошее тесто. Вкусный халапеньо. Вкусный бекон. Ну, в принципе, вкусный сыр. Действительно, неплохой снэк. Какому пиву зайдет очень неплохо. Ну, опять же, они разные. Вот в одном было сочно, здесь он довольно сухой, пресный. Разные получаются. Это видно толстенький, сочный. Ну, в принципе, неплохо. Адекватная цена за 8 штучек. Вот. Опять же, рекомендую это брать к закуске, к какому-то там, к пивку, к чему-нибудь такому. Очень неплохо зайдет. Такие острые, пикантные. Вкусный бекончик, хорошее тесто, сыр и халапеньо. Вот. И впустое. Видите, как я сказал, неравномерно. И пустое. Общая оценка 3 балла из 5. Неплохая закусочка. Не вау, не впечатлива. Вот. Но имеет место быть. По вкусу довольно неплохо. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.